Приветствую вас, дамы и господа, вторая часть максимальных уворотов. С вами БСП, снова играем Макса Пейна, нашего любимого. 2001 год, представьте, сколько времени уже прошло. А все так же прикольно кувыркаться там, замедлять время, творить полную ерунду и смотреть, как с невозмутимым лицом товарищ Пейн нейтрализует всех своих противников. Сохранились мы, по-моему, в клубе Рагнарок. Какой из сейвов это, по-моему, вот этот. Это еще часть 1, кстати, до сих пор. Всего в игре 3 части, по несколько глав. Ой, как нам тут это нехорошо, оказывается, было все это время. Так, сейчас, секунду, я еще альтабность быстренько включу себе отслеживалку. Так. Отлично. В каком-то мы странном... Что, зачем нам берета? Мы будем свой коронный прием оттачивать. Ух ты, ух ты. Это кувырок, выстрел в упор. Кувырок, выстрел в упор. Все просто понятно. Воу-воу-воу, а кто в меня стреляет? Кто в меня стрельнул сейчас? Вы... Меня кто-то уже стрельнул. Ну, бас, он не знает наших Special Tactics. Так, тут ничего нет. Я все пытаюсь микрофон нормально повесить. Я надеюсь, что слышно все хорошо, и меня, и игру, и это самое главное, чтобы вот этот ambient, который нас окружает, был хорошо слышен и вам. Потому что атмосферность очень дикая тут. Так, там кто-нибудь есть вообще еще? Есть. Смотри-ка. The book had never been a bestseller. Так, книжечку какую-то надо прочитать. The Age of Murder and Storm, по-моему, там написано. Что-то еще есть. Он больше ничего. Давайте «Век убийства» и «Шторма» почитаем. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled «The Age of Murder and Storm». The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Все-таки замечательный голос у товарища. Ууу, как мы по инкилями вкинулись, товарища. Блин, сколько оружия. Джеймса Маккафри. Так, что там у нас происходит? Давайте сейф один потратим, чтобы иметь в виду, что у нас осталось 5. Ой. Вот я зря так кувыркнулся, надо было просто бежать и не тратить время. А, ну я сохранился с другой стороны. Так, там наверху товарищи, по-моему. Итак, противники наверху. Один должен быть. И один внизу, если я правильно понял. Кстати, надо за винтовкой сгонять. Как это шотган фул? С двумя беретами еще один товарищ. И они оба сверху, похоже. И один еще вот сразу за нами, судя по всему, оттуда прилетел коктейль. Чик. Так. Блин, как же здорово. Если вы вдруг по каким-то причинам, не знаю, компьютер у вас не было в далеком 2001 году, и вы не смогли поиграть в первого Макса Пейна тогда, обязательно скачайте. Просто вот сейчас. Поставьте на скачку. Do it now.
заговорился. Черт. Взяли, заговорили меня, я отдался по глупости. Так, давайте быстренько расстреляем того сверху товарища. Нет. Он не тратит, смотрите, просто бесконечно эти кидает. Так, здесь у нас, значит, будет два друга, да? А у нас нечего кинуть, черт. Ну, короче, план такой. Кувыркаемся туда, два выстрела, кувыркаемся обратно. Поехали. Ой, что делаю? Блин, два же выстрела. Так, вот. Товарищ в плаще где-то еще. Вот этот, по-моему, раненый убежал туда. Ну, его сейчас настигнем. Потому что я метко стреляю за всех видов оружия. Так. Включаем помповое ружье на всякий случай снова. Странный клуб, где вообще никто не тусит. Обычно, как бы, в таких местах полно народа. Должно быть. Выйдет ли кто-нибудь оттуда? Нет, видимо, не выйдет. Вот я не могу понять. Логику иногда как бы прилетает с большого расстояния по людям, и они отлетают с первого выстрела. А бывает такое, что вплотную стреляешь и не попадаешь. Ну, точнее, не умирают, не откидываются. Очень странная тема. Books on the occult had been piled on the table. Посоветуй сериал какой посмотреть. Ну, зависит от того, что вам нравится сериал, дофига всяких разных. Фантастика, детектив, триллер, еще какая-нибудь тема. Может, голову надо целиться? Ну, она, видите, дробовик на таком расстоянии. Без разницы, куда целиться. Там все равно разброс дикий получается. Misfits, Мело 777 посоветовал. Ну, первый сезон еще был неплохой, на втором я перестал смотреть, мне надоело как-то. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and Deum Brarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal. Lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Так, что-то голос надо, по-моему, побольше сделать. Побольше, погромче. А, в Пузин Сельсе, хорошо. С какой винды играешь? В седьмой. Скачали мы специальный репак с известных ресурсов, потому что стимовская версия у меня включила по жести. Так, я, пожалуй, потрачу один сейф. Не хочется слишком долго возиться. Воу-воу-воу! Я... Да, что-то я нечаянно. Вот сейчас тоже не получилось. Я представляю, как мы Люпина будем убивать. Это будет, наверное... Откуда по нам стреляли? Thank you.
слишком тратим мы КПшечек своих на бесполезные перестрелочки. Не, мне тоже непонятно. Ну, скорее всего, точнее, понятно, что просто товарищи, кто в Steam выкладывал, это забили вообще на поддержку старых игр особо. То есть на совести разработчиков. То есть, если разработчик занимается этим, то, скорее всего, на Steam там будут появляться какие-то патчи и прочее. А я так понял, просто сейчас Remedy в основном... То есть первый Max Payne там вышел то ли Game Boy Advance, то ли что-то типа того. Поэтому им не до поддержки там... ПК-версии на Steam и прочее. Жанр не принципиален. Главное, чтобы был бы классный, интересный, мне любо начал понять. Ну, я не знаю. По крайней мере, топовые сериалы, которые мне нравились, ну, Хаус, понятно. Декстер. Что там у нас еще было из топовых? Семья Сопрано. Блин, я столько сериалов пересмотрел, на самом деле. Мне трудно сказать сразу. Почему я не могу здесь выйти нигде? Может, я все-таки не туда, куда ты пришел? Что-то я делал не так, похоже. Ладно, вернусь-ка я назад. Да, «Викинги» неплохой, кстати, сериал. Необычный, я бы сказал. Сначала мне немножко не понравилось, то есть оно как-то так было немножко странным. Но потом втянулся. Да не, блин, это же Макс Пейн, это же все линейно. Че, глупый, давайте. Видимо, я просто что-то не нажал где-то. Совершенно точно. Настоящий детектив с Мэтью МакКонахи, да, неплохой был, согласен. Более чем неплохой, я бы сказал. Фу ты, ё-моё. Вот чё к чему, вот эта часть не открывается, а вот эта открывается, ну ё-моё. Такой бред. Или вы без спойлера? Да не, почему? Какие тут спойлеры? Я игру проходил там хрен вот тучу раз, но это просто было в далеком 2001-2002 годах. То есть, поэтому... Сейчас я уже, конечно, не помню. О! Вы чё, ребята? Боже мой. Так, тут кулисы открывать будем. Я не помню, что там будет происходить, но... Сначала зайду-ка я сюда. Ты, твою мать! Неожиданно. Нас тоже с одного выстрела, кстати, выносят. Сейчас удачно вышло. Так. Вот как так-то, ребята? Объясните, пожалуйста, логику. Неужели они тоже попадают мне в голову как-то хитро? Да, там, кстати, «Настоящий детектив» будет скоро, новый сезон, но там совершенно другая история, насколько я понимаю. Не связанная с предыдущими сериями. Другие актеры. То есть там принцип такой, что новый сезон — это совершенно другая тема. Так, короче. Простите.
не буду тратить я коктейль молота, я просто раскидаю их. Да, ребята не жалеют, конечно. Зря, наверное, через... Ой, как красиво. А вот это не очень было. Ой-ой-ой. Новая партия. Товарищи, ждем, пока они выйдут из забочек. Да я фиг по ним попаду с такого расстояния. Друзья, вы где? Вон они. Ой-ой-ой, вот сейчас опасно. Но нам повезло. Вообще я не помню, кстати, на этой уровне сложности Люпина как будет себя проявлять. Вполне вероятно, это будет жесть. Я как бы не удивлюсь. Скриптовая сцена. Не удивляемся. Мы, по-моему, почти не по... О-о-о, полегче. Чё там у нас стреляет сразу? Давай, БСП, мочи их. Я вообще, знаете, как стараюсь. Чтобы понять, кто в меня стреляет. Ну, я думаю, сейчас я еще один сейф воткну. Не ожидал такого подхода, товарищ. Так, и здесь бы где-нибудь сейвануться бы. А, мы снаружи. Вот, нет, сейванусь. Здесь я могу просто отлететь. По глупости. И это будет не очень хорошо. Блин, как здорово прорабатывали. Да, графика так себе, но... Очень атмосферно. Заметил, что в этой игре как-то прям даже удовольствие получаешь, валя гадов. Ой, вы не представляете даже. Просто у них вот этот вопль предсмертный какой-то, такой странный. Ну как странный? Натуральный, что ли, я не знаю. И я думаю, это именно из-за него такая тема происходит. Все-таки залп дать по мне. Там же внизу, по-моему, еще были ребята. Уе. Это потрясающе. Так, вкинемся пейнкиллерами быстренько. И там сейчас мини-игра по передвиганию. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас, конечно, не очень успешно. Фу, тут просто не было некуда кувыркаться. Обычно так можно себя зажать в неудачном положении. Так, драм-соло, поехали. Да ладно, ну. Ой, потрясающе. Ой, Explorer. Гибсон или нет, сказать трудно. Хотя, скорее всего, в те времена... Не было. Музыканты только Гибсоне брали Эксплорера, других тем не имели. Снова пейнкиллеры. Stage control, pyro control. Ребята, забегаем.
вплотную, на. Где сохранился? О боже мой. О боже мой. Все, начал плыть. Да что ж такое-то, в этот раз вообще не попал, понятно. Ой, да. Давайте ради разнообразия. Все равно потратили куча хпшечек. Так, помним, что тут сразу ребята придут, поэтому мы их встретим залпом вот таким вот. Блин, как же долго тут пули летят. Как бы я уже упоминал эту тему, чтобы сделать возможность уворота от пули, нужно было им сделать значительно меньшую скорость. Иначе бы мы не могли уворачиваться. Ой. Открываем. Я не помню, а где нас убили? По-моему, здесь, да? Вот этот как раз товарищ. Зачем мне это сделал? Что мне это дало? Ничего. Смотрите, какое суровое лицо. Очень суровое. Ну, ему осталось жить совсем чуть-чуть. К счастью для нас. И супер-мега-пазл. Который решается достаточно просто, насколько я помню. И все. Да? Нет? Или четвертый еще подвинуть надо? Да, вот теперь все. What the hell? Наверняка кто-то еще наверху должен быть. А, кстати, да, Фарго. Ну вот про Фарго я совсем забыл. Фарго вообще здоровский. Единственное, что мне нравится, что Билли Боб Тортон сначала был покрашенный черный, вот когда несколько лет спустя, когда он уже седой. Упс, спойлер. Вот это ничего страшного, то есть тогда прикольно выглядит. Блин, как ты, друг, ну вот. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead. Like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Скоро у нас будет схватка тысячелетия. Ну давай. Куда ты смотришь-то? Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Так, ну тут надо будет кинуться. Хорошо. The flesh of fallen angels! У него уже приход. Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella, blood to you all! Secrets. Oh, living in the reality. I've seen
Блин, я не сохранился, да? Я понял, сохранил здесь. О! Какого? Как я удачно сохранился, слушай, блин. Какая-то тварь сверху, походу, это сделала. Вот это вот. Так, спину стрелял, да? Козлина. Я же сейчас всех найду. Вот это тварь. Прыгать не будет. Так, еще один. Так, ждем еще товарищей. Они пока будут приходить, мы их будем убивать. Все просто, понятно и... Ой. Главное успевать перезаряжаться, все будет хорошо. Ой, пока мы стреляем. Не в плащах, что ли? Не... В смысле, я понимаю, что не в плащах. Не в... То ли броня там, то ли что. Застрял. Жесть. Так, еще один вываливается. Сколько же вас там? Так, еще один. Я вот не помню, может, я что-то сделать должен, или все-таки они тут бесконечно прут. Так, сверху один остался. Все? Нет? Должно быть все же. Да, люпина, погнали. I had known there'd have to be a Ketchin at somewhere, and this one was the Empire State Building of Ketches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. Okay. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Звучит, конечно, классно. Die! Так, кто-нибудь еще двое. Но, скорее всего, там сверху еще придут ребята, и сейчас будет жесть. Просто стреляем по ним, кувыркаемся и надеемся, что... Смотрите, люпина то же самое делает, кстати. Кто-то загорелся, мешаем. Ой-ой-ой, я, кажется, застрял. Аккуратненько. Аккуратненько! Блин, перезарядиться надо. Черт, у нас есть... О, у нас есть эта тема. Все, сейчас смотрите, что делаем. Блин, я не то взял. Хотя, в принципе, почему нет? Выпустим в него все, что есть. Что-то он какой-то слабенький оказался. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way.
V is a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. One step this knockout femme fatale holding a gun to my face. I return the favor. Первая Мона Сакс не очень... Ну, в смысле, в этой игре именно. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sacks. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy. As long as you don't try to slip me a Mickey. Ну, ребят, я не знаю насчет Dark Souls. Видите, как бы, да. It was good stuff. Конечно, можете. Tasted sweet as honey going down. Проголосовать за это, но... Я не уверен, что будет много смотреть мои мега-перекаты. А тем временем нас отравили. The nightmare was always the same. Наркоту, виски добавили и понеслась. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Кошмары в первом Max Payne намного сложнее, кстати, по прохождению, чем во втором были. О, боже мой. Я вам сейчас, кстати, погромче сделаю даже, если вы не против. Вот так вот. Потому что кошмар это nice, это надо слышать, это надо это чувствовать. Блин, а что-то музыка какая-то слабенькая, ну-ка. Макс Пейн второго проходить. Посмотрим, как зайдет первый. No, я бегу на голос. Голос здесь. Бегу на голос. Подводите, Паш, подойдет Dishonored. Вот не соглашусь, потому что я Dishonored поставил. Я поиграл в него несколько часов, и мне надоело. Ей-богу. Не знаю, это отсюда идет. Вроде бы. Скорее всего, уже не туда свернул. Почему-то плач прекратился. Значит, мы сейчас... Вообще есть замечательное правило правой руки, по которой вы просто идете по правой стороне всегда и когда-нибудь да выйдете куда-нибудь. Разве что игра рандомно не раскидывает потом перед вами туннели. Иду сюда. Блин, я уже дольше в среднем прохожу. Я помню, это место пролетало очень быстро, отлично. О! Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Сохранился. 6 сейвов еще есть. Не паримся. The pictures were filled with good old times. Полегче. И всеми любимая сцена. Ну, в смысле, не сцена, а часть игры. Насколько я помню, тут просто надо на плач идти. И не сворачивать с тропинки, не дай бог. Что-то я куда-то рано, по-моему. Вернулся.
А, вот здесь надо, по-моему, повернуть налево. Я слышу плач, и он становится отчетливее. Давай-ка сюда еще попробуем скакнуть. Блин, тупик. Зря перепрыгнул, на самом деле, наверное, не надо было. Да-да-да-да-да, вот сюда надо подойти. Нет-нет-нет-нет-нет! Не понимаю, иногда получается приземляться вроде вообще в стороне и не падать, а иногда... Такая жесть. Я думал, я с первого раза пройду. Я ошибался. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Тихо, 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 тихо. Аккуратно прыгаем, аккуратно приземляемся. Так, здесь я упал. Блин, плач становится менее отчетливым. А, ну здесь тупик. Значит, все правильно. Значит, надо было перепрыгнуть, но просто пойти налево. Не-не-не, тихо, не падай, друг. Вот сюда. Просто идем сюда. Плач прекратился снова. Так что ж такое-то? Скорее всего, налево надо идти. Во! Найс. Второй попытки, ребят. Ну, молодцы. Нет! No, 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 please, God, no! Аж мурашки пошли. Shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Michelle's diary, forget it. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Да, первый кошмар прошел, но во втором там вообще глюки, по-моему, еще более. I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Ну, я не врач, но по-моему, если так по затылку тебе биты долбанут разок, это уже не очень хорошо. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't
couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Ну ок, эту локацию мы уже знаем. К сожалению, нет нашего лучшего друга помпового ружья, но... All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Есть бейсбольная бита. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Так, там сейчас закрыто, да? Hide and seek. Стелс, пацаны, поехали. Ой. Стреляй по мне, стреляй. Ах ты ж, черт, почти откатили всех же. Давайте еще раз. Ах, не хватает постоянно. Надо просто подбежать к вам вплотную. Ох, ты что такое? Не, к конгрему вплотную не подходим. Ладно, это я понял. Давайте откатим так, чтобы они друг друга убивали. Нет, не получилось. Очень жаль. Bullet time. Bullet time for pussies. Выстрел я не успеваю сделать. Надо просто подбежать к нему до того. Уху-ху. Так, здесь мы будем умирать очень долго. Вот таким вот образом. Подкатываться удобно им под выстрел. Попробую сделать следующим образом. То есть первого вырубаем, потом приседаем. Плохой план. Дубль 80. Поехали. Так, минус один. Ждем, пока он перезаряжаться будет. Да. Возьмем, что ты. Мастер перекатов не может раскатить двух человек. Что за бред? А мы поедем вообще куда? Ой, а... Фу ты, блин, там же наверняка кучу всего можно было подобрать, а я вот такой молодец. Не-не-не, мы должны всех убить. No one survives. Hold it! Как же нас подкидывает вот так? What the? What the?
Ладно, сделаем по старинке все. Какой ты дуб? Ну ты как, ты... Нельзя с углом так? Давайте заходите сюда, друзья. Все, мне надоело. Я... Now I'm really pissed off. What the hell? Капец. Прошибают нас совсем. Дико. Просто мне нравится, что я в первый раз сразу же раскайтил вроде. Да вот в этой комнате побольше пространства. Как получилось так, что я сначала, короче, ладно, давайте попробуем. Мне пейнкиллеров бы, ребята. Есть что по пейнкиллерам? Застрял в шкафу. Как-то. Застрять в шкафу, блин. Так же здорово все начиналось, но нет. Там осталось-то человек совсем чуть-чуть. Да. Откат просто сразу под залп. Встретили снова. Ну это, видимо, когда как получается. Давайте сразу. Ах! Я так и знал, что надо сделать перекат здесь. Последнего угла. Блин, я даже не подобрал ничего, ну что такое? Перекат! О, так, все. Так, все. Сохраняемся. Теперь здесь наш плейграунд такой. Давайте, 6 человек надо раскатить без оружия. Уже 5. Так, чтобы они стреляли друг по другу. Ах ты. Вон пейнкиллеры же! Срочно нужно взять пейнкиллеры. Еще один пейнкиллеры. Ах ты та-та. Все, теперь живем. Наша проблема — это вот товарищ Сенграмович, потому что... Его будет сложнее всего откатить. Все, вот теперь они... Стреляйте по мне, друзья. Так, ну главное, чтобы вот этот вот с обрезом встал сзади них. Ой-ой-ой. Плохо дело. Очень плохо дело.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, всех отгоняем на чувака с обрезом, короче. Баллончик стреляем, пацаны. Отлично. Нет, не попали. Отлично. Бум. Никого не задело, плохо. Минус один. Ах ты, что такое? Все заключается в том, что они друг друга убили, но учитывая, что у меня нет оружия, то да. Именно в этом заключается цель. Вообще можно пробежать типа к лифту, но тогда у меня оружия не будет. Ой, вот это зря сюда полез. Ребята упорно не хотят друг в друга стрелять. А, нет, вот минус один. Давай, друзья. Ах, та-та. Ладно, план номер два. Это не план номер два. Попробую все-таки кого-то заковырять. Блин, зажал снова. Шкафу себя нечаянно. Вот встань, стреляй в меня. Ну. Нет, я должен откатить. Вообще нет. Как получилось так, что я сначала как-то умудрился практически всех завалить, но так и отдался, по-моему. Пока соберем то, что... А, вот тут еще товарищ остался. У него сейчас второй выстрел будет. Все, перезарядка у него. Ах! Козлины сзади. Вот надо было просто сейчас. Просто они сейчас все сюда забежали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Помповое ружье, хватай их все, пацаны. 5 зарядов мне больше, чем достаточно, чтобы вас всех хреначить по полной программе. Сейчас. Так. Я не могу вот один удар навести, это проблема. Зачем-то в угол закатился. Умер от удара в двери. В основном отдаюсь чисто по глупости, то есть надо просто составить план, куда прыгаем? Прыгаем на выход. Почему? Потому что в один товарищ всего с помповым ружьем стоит, которого, взяв помповое ружье, можно... А, у него обрез, по-моему. Раз. Второй выстрел. Два. Перезарядка. Блин, не взяли. А, еще один товарищ. Лет. А, у нас вообще играм есть, лол. Пацаны, не переживаем. Проблема инграма в том, что нормально пострелять не получится.
там нас помог второй товарищ. 5 зарядов дезертыкли. Кто это было? И он сидит тут и сидит и ждет, вы понимаете, да? Зарядка. Раз выстрел. Два выстрел. Ну что я же взял? Ой, ну перекрестный нас просто встретили. Ребята, давайте. Так, вот это сейчас нас может легко. Раз. Два. Перезарядка. Раз. Два. Перезарядка. О! Нет, ты... Вспоминаем, что там еще один товарищ должен быть. Я так далеко прошел. Так, нет, просто выбегать плохая идея. Давайте хотя бы вот так вот. Грэма мы не подкатим. Все окей, короче, тогда оставляем план обычный. Забей, ты не пройдешь. Да изи, смотрите. Уже минус один. Там раз выстрел. Два выстрел. Взяли эту тему. Зачем ты вылез туда, БСП? Не было никакого позыва туда идти и... Короче, ребята, мне достали. Я здесь просто... Я даже не могу взять пейнкиллера, не умерев. Это как так. Может, без кувырков не пройти здесь все-таки. То есть они очень метко стреляют, как ты не кувыркаешься. Мать, ну давайте вот этого заковыряем в розом, у него помпарик. И как бы он самый опасный. То есть потом энгрэмы идут, но энгрэмы мы не успеем заковырять. То есть зря сюда подошел. Подошел, пора. Да. Раз. Второй выстрел. Два. Перезарядка. Взяли. Идет еще один товарищ. Берем эту тему. Вот, он оружие достает слишком долго. То есть, если бы не... Ладно. Жалуюсь, блин, я же его контроля. Оружие долго, видите ли, достает. Я понимаю, что всем надоело, все хотят узнать, что же будет дальше. Вот, спирик не застревал. Вот, что ты... Прекрати.
сзади немножко товарищи. Может, все-таки вариант откатить их, как бы, друг на друга самый удачный был в итоге. Давайте попробуем. По крайней мере, их станет меньше. Если мы не будем отдаваться по глупости. Просто ждем товарищей здесь. Так, зашли. Вот осталось только четверо. Сейчас вообще будет еще меньше. Не забываем брать пейнкиллеры по как бы, комнате. Раскиданная. Вот здесь же они. Зажали нас все-таки здесь. Ничего. Вы бы еще это, счетчик попыток, если бы ввели, было вообще здорово. Если бы не застрял в текстуру, было бы еще лучше. Так, все, теперь надо, чтобы вот... А, ну это... Да ну кувыркайся ты, ну ё-моё, ну что ты в самом деле? Кувыркайся, не прыгай, пожалуйста. Встречает уже, да. Проблема с вот тем, кто с обрезом там стоит. Все, сейчас все будет. Смотрите. Я не отдамся вот на товарища с обрезом. Не умирай, БСП, осталось трое. Трое, всего лишь трое. Только не с обрезом это. А. Сейчас, давай, стреляй. По себе, в смысле. Там единственная проблема, что тот с обрезом товарищ просто встал и все. Я жду, пока они друг по другу начнут. А, ну вот, отлично. Еще минус один. У нас КП мало стало. Да что ж я про него пос... Короче, с обрезом товарища надо сразу наносить. Ну, он прям какой-то мешающийся очень дико. Да, заюзал пейнкиллер называется. Сразу его потратил. Но этот рай уже, можно сказать, ни о чем. Потому что мы не пройдем его. Вот почему-то он у меня просто иногда прыгает в воздух вместо переката, я не знаю, с чем это связано. У плохих парней патроны кончаются? Насколько мне известно, нет. У них кончаются только те, которые швырять можно вещи, типа как или молоты, гранаты, но... Иногда, конечно, кончаются, но это не эта ситуация, скажем так. Вышли товарищи. По-моему, мы сейчас дадимся. Если они в окно. Вот надо вот этого товарища завалить. Видите, он стоит там и стреляет просто. Мне надо к нему как-то подбежать. К нему подбежать, говорю. Где он? Вон он.
я справлюсь. Это челлендж такой, но... Yes! Все, вот, ребят, сейчас можем выиграть. Потому что товарищ с обрезом мертв. Основная проблема — это товарищ с ружьем. Ну, ребят, вы сейчас... Вы не понимаете, на кого вы напали. Осталось трое. Мне дали перезык! С обрезом, товарищ. Все, у него перезарядка. Прыгаем к нему. О! Снова его убили. Возвращаемся, берем обрез. Взяли еще что-то. Снова обрез, кто-то еще отдался. Да что ж ты будешь делать-то, а? Пока товарищ с обрезом подойдет, он подошел. Прыгнул к нему. Его уже просто так убивают, смотрите, мы даже к нему не подходим. Он уже отдается. Так, опасная близость, опасно! Где? Стреляй! Перезарядиться. Остался один, ну какого черта? Потрачено, я уже чувствую, потому что... Когда нам снимают сразу, после того, как мы взяли эту... Обрез. На обрез выкатываться просто очень дико. Я, короче, отманиваю туда сюда. Я просто катаюсь тут. Пока туда-сюда. Вот он зашел в комнату. Бегу на него. И подкрепление. Забыл снова про него. Ого! Вот это... Это меня откинуло. Надо запутать противника сначала. Отлично! Зачем они его убивают? Я не могу понять. Теперь очень аккуратно, БСП, очень аккуратно прыгаешь. Кстати, они меня убивают чисто на лаке, чисто потому, что они поворачиваются. Они, потому что когда бегут, они стреляют. Вот тут с Ингрэмом товарищ позирует, смотрите. И просто, поясни, если бы он стрелял, то есть стоя в меня стрелял, он бы не попал в меня никогда в жизни. Но за счет того, что ему надо бежать за мной, и он совершенно случайно поворачивается. Блин. Ребята как будто позируют для... отряда Икскома. Смотрите, еще раз посмотрим. Ну вот один на отшибе, а второй прям вот бригада. Зачем-то буркнулся навстречу выстрелу. Так, товарищ Сенгрэм зашел. Ой-ой-ой. Блин, вот. Если бы не вертикальные прыжки. Я не знаю, за чего он вертикально прыгает у меня. У меня вроде клавиши не западают. Бегу к товарищу. Да ну что, ну а! И Mozilla крашнулась. Mozilla, зачем ты мне тут? Пошла хрен.
Приносим свои извинения, блин. Очень вовремя. Все, я зол. Иди сюда, козлина. Кто там еще? Ты в меня стрелял, сволочь. Ну-ка, иди сюда. Подкрепление тебя спасло. Оставим пока это до лучших времен. Это сейчас что было? Что за кувырок какой-то странный? Оп! Оп! Так, подкрепление вышло. А что ж такое? Ты обезболивающий периодически не пьешь. Так оно все равно слишком долго действует на этом уровне сложности. Без парива не получилось выйти из комнаты. Кого убили уже, лол? Как он? Так, в основном убивают вот эти товарищи с ингремами. Всех остальных. За! Так. Давай. Так, все, сейчас у нас есть шанс выжить. Да. Ты человек остался. К этим товарищам с ингремами вплотную просто нельзя подходить. Потому что получается такая дичь. Отдался на баллоне, судя по всему. Да, естественно. Крестный огонь надо сделать как-то. Так, одного. Проблема. Та-та-та. Так, давайте попробуем следующий этап. Так. Нет, это не работает. Окей. Как тактика выигрышная была, это когда мы дожидаемся, пока минусной товарищ с обрезом. К сожалению, до него. Дайте трудно. Баллон. Вот сейчас его должны убить. Но. Да не меня. Его. Перезарядился. Стреляет. Так, сейчас я подумаю немножечко. Подумал. Какой сначала, ребят? Это неинтересно. Чё вы убиваете, что ли? Я сейчас вытащу это. Еще немножко и вытащу. Сейчас не буду ловить такие темы в голову. Да не прыгай ты, ну твою мать, ну что ты?
Ах, поймали. Баллон, ну что ты, ну... Так, от анагрэмов надо убегать сразу. Потому что мы просто сейчас отдадимся. Ах ты, ё-моё. Так, еще раз. Подмога уже пришла. Ой, к энгрэмам прискакал. Ой-ой-ой. Да, обычные прыжки только меня уязвимым делают. Они сразу, по-моему, автоматически попадают. Да, капслок, чертов. Я вместо таба жму капслок. Изи, да? Ну, я бы не сказал, что это будет же быстро. Что ты достал? Откуда ты это взял? Так. Если бы он не прыгал вот так вот по-идиотски вверх. Можно предсказывать, конечно, их выстрелы. Это вот так вот крутится рядом с ним. Выдал перезарядку сейчас. Главное просто не прыгать вертикально, и все, мы выиграем. О, найс. Начало неплохое. Собираем обрез. Где он? На стенке стоит. Твою мать. Ну все, мы подадим сейчас. Слишком мало хп. Да не прыгай на вертикально. Ну что ты делаешь? Там еще товарищ. Рища, а кто там, погоди, слева? Я не помню, что там что-то было. А там еще такие двое, здравствуйте. Ребят, знаете, это какое счастье потом у меня будет, когда это пройду? Да не прыгай ты, ну ё-моё! Повезло.
по-хорошему, жалко, нельзя заманить их на этот, на баллончике. Нормальный уровень сложности нет, предпоследний, который не на время. Просто одним выстрелом нарвет меня. Там есть комната с оружием? Я думал, там она есть. Вот сейчас ингремов заманим на этих товарищей. А, нет, не заманим. То есть просто убегать не получается. Просто они меня сразу... Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! По-моему, застрял. Ой, ой, вот сейчас я схватил такой здоровенный. Как баллон никого не задел? Это бред какой-то. Я буду жаловаться. Да ну ё-моё, ну не прыгай ты вертикально, ну не буду. Зарядочку у тебя. Раз выстрел. Два выстрел. Привет. О, оле, 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 оле. Все. Это того стоило. Еще двое, помню об этом. Где-то. Ладно, я сохранился недалеко, в принципе. Не проблема уже. Да ты издеваешься, как ты меня задел-то, ё-моё. Может, его обойдем просто с другой стороны и все. Что мне не хочется мучиться. Ах, ты вот так вот, да, делаешь? Самая комната с оружием, про которую была речь. Так, ну я потрачу туда еще один сейф. Без проблем. Ой.
где-то здесь. Another newspaper caption for a murder scene. Фу, да, после такого дикого челленджа, я даже не знаю, будет ли что-то еще в этой игре стать такое. Frankie had left his calling card, a Captain Baseball bat boy strip, next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball bat boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Внизу там, да, где-то? Смотри, сколько трупов валяется. Так, ну все, теперь можем ехать на лифте наверх. И там отдаться где-нибудь в погодности. Там кто-то другой, видимо, кого зовут Пейн, потому что, не знаю, я из лифта не вышел, они уже по кому-то стреляют. Ой, в эту сторону, да, выходим, окей. Сам себя подорвал, судя по звукам. Молодец. Так, кстати, тут еще. Там, по-моему, трое даже. Зарядочка будет, так. Нет, ну ладно, ничего страшного. Тут у нас есть пейнкиллеры дофига. Наверное, если бы я сразу повернулся в нужную сторону, я бы мог их раскидать еще до того, как они заняли эту оборонительную позицию. Так, мы вообще сейчас где-то в отеле, да, находимся? Еще один сейф потрачу. Убили или нет? Да, я тут не был. Да, вот это коронная визитная карточка просто. Они вот ставят так противников, что вы просто не видите. Только и все. Блин, это профессионал какой-то. Давай его же, как бы, темы. Тут никого нет. А зачем я сюда заходил тогда? Ну, ладно, зато зачистили. Прыгали на слоумо. Какое слоумо, ребята? Я не знаю, что такое слоумо. Есть только один вес слоумо, и это вот этот вот. Things were fast going from bad to worse. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape.
The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Использование дочала, что такое? Ну, не знаю, я просто проходил уже игру не один раз, используя все ее возможности. Сейчас хочется что-то веселое сделать. Так, чтобы смотреть было интересно. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's freaking bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Убил большую часть красоты игры без замедлений. Так я еще раз говорю, то есть, если бы я юзал сломо, мы бы ее прошли вообще еще за, не знаю, за два стрима максимум. Без всяких проблем. Да. А... То есть для меня забавно, честно говоря, пытаться как-то хитро откаять их. То есть один перекат, один труп. Это было бы здорово. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should... It's pain! Ой. Хотя парочку прыжков. Ну окей, давайте там где-нибудь чуть подальше на боссах мы это сделаем. Добиванием. Там самая тема — это сжать паузу, естественно, во время убивания каких-нибудь товарищей. More evidence that Punchinello didn't like me much. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to then barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Больше ингремов? Ну это же имба. Смотрите. Ой, блин, один сейф остался. Hey! То есть ингремы — это не оружие профессионалов. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frank was there. Что челленджи? Забитый забьем, ребята, как он нас... Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Давайте порадуемся. Вот ради таких тем можно играть, просто так вот его суровое лицо Макса Пейна и камера вращающаяся. Скорее всего, я сейчас отдамся, потому что я приземлился, никого не убил. И в итоге это ни к чему не приведет. Мы убили босса и сами отдались. Прикольно.
А товарищ невозмутимо продолжает сидеть за барной стойкой. Ой. The hotel bar was fast about. А, ну, ах, та-та. The hotel bar was. Я же кинул гранату, какого черта? Вон она, вон она, вон она. Ой, прикольно. Давайте повторим, погодите. Это чит, я прикольно. Обязательно надо банить. Одинаковый бар, так это тот же самый бар, с которого мы. Ничего особенного. Thank you. You've been a lovely audience. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Часть 2. Cold in hell. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop two in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn Riverfront was a maze of rusty containers, sharp bone cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the River Styx. Чё не на русском? Потому что в эту игру надо играть в оригинале. Как и большинство игр, на самом деле. Как бы это и здорово, и полезно. Хотя бы так будете изучать английский. Итак, кстати, сейф. Зачем потрачу сразу на всякий случай? What the hell? Не, ну это неинтересно. Давайте сделаем как надо. Просто в голову прослушать. Один надо было. Ладно. Я про титры в комиксе. Ну, просто русификатор идет все вместе. И титры, и. Ой, в смысле, и комиксы, и озвучка. Звук игры можно потише. Пожалуйста. Звук игры потише. По крайней мере, для вас. У меня он нормально слышен.
Ой, а чё я, кстати, на него кнопку же нажать? Так, сразу. Вот как вы узнали, что я вошел? Вот какого черта? Ей-богу, не понял. Не понял. Музыка и ветер заглушают тебя. Все еще или уже нет? Еще потише сделать? Я могу, конечно, просто настройку чуть-чуть. Чуть-чуть потише. Просто тут история крутая, половина-то не узнает из-за инглиша. Блин, все должны были уже играть в эту игру, вы че? Что? Кто ее должен узнавать? Это просто она в школьной программе должна идти. Вместе с первым Deus Ex и... Не знаю, Fallout, может быть. Не самое удачное вложение по гранатам. Ой. Так, я правильно вроде помню, как туда забираться? По-другому же никак. Кстати, ты же Deus Ex так и не прошел. Ну, там была проблема в том, что просто его почему-то перестали смотреть. Я не знаю почему. То есть там народу практически не было на стримах. Что странно, то есть... Deus Ex такая прикольная тема. Но в любом случае я как бы прошел все части не на один раз. Последний так вообще раз в 6, наверное. Так. Что-то я, видимо, не туда куда-то полез. Что с чужим? А, чужой пока отдыхает. У меня до сих пор нет желания возвращаться. Стелс, стелс, стелс. Да как ты, ну? Вот как, вот, я не понимаю. Просто подошел вплотную, подошел к нему, выстрелил. Нет, живой. Да, это было очень глупо, на самом деле. Во, пейнкиллеры, отлично, ура! Так, он просто ящик должен убрать, по идее. Ой. Я обожаю эту сложность. Супер-мега реалистично.
Сам убился, ну как так? Боже. Ладно, давайте сейчас вам слону порадую, потому что сейчас отличный вариант для этого будет. Смотрите, как мы здорово летим. А представь себе, с какого вот мы расстояния просто на брюхо сейчас плюхаемся. Это же жесть. Да чтоб тебя! Как ты меня услышал? Я бесшумный, как заяц. Проверенная тактика, когда он сам убивает себя гранатой, никогда не надоедает. А чем мы, собственно, куда-то едем? Мы можем здесь стоять. Да, БСП, это гениально. Столько всего потратили, блин. What the hell? Вот так тебе будешь нам еще малину портить. Так, здесь ничего. Наше помповое ружье оказалось сильнее, чем его помповое ружье. Там у нас еще один товарищ. О-о-о! Ребята, а чего вас так много? Ну, все больше наверняка. Сколько я помню, тут еще и снайперы будут. Что не есть хорошо. Ну, сейф. Да-да-да. Выпускай его. Вообще, даже без перекатов они по мне не попали в итоге. Окей. Естественно, кто-то опустил. Странно, что тут никого нет. Давайте проверим наш. What the hell?
What the hell? Ты подойди, не стесняйся. Ты что, дебил, что ли? Ладно, ладно, ладно. Немножечко не так получилось, как я планировал, но ладно. Блин. Да что ты будешь делать? Ну я же тут выживал просто. Да, но это признательство было неожиданно. Да как? Ну, ребят, ну объясните, я в упор стреляю ему в голову. Ну как? Ну как так? Берет, я же нажал. Не, мне не нравится это место проходить, просто так получается странно. Контролит эту тему, объясните мне, пожалуйста. А, это ты газлин. А как она вот сейчас едет? Так, просто он, стреляя из ружья, попадает по мне в итоге. Я тебя ненавижу. Просто ненавижу. Из-за чего она постоянно крашится, не могу понять. У меня уже, не знаю, какой день такая проблема. Просто постоянно крашится Mozilla. Я ничего не могу с этим поделать. Просто крашится и все. То есть я там и Shockwave Player я уже поставил, и чего я только не ставил. Но почему-то не получается. Bug Good Game, серьезно, да? Ну ладно. Потрачу сейвка я. Ставь хром, чтобы не крашилась Mozilla. Не, у меня хром просто для работы я использую. У меня там куча закладок рабочих. Поэтому... Зачем он гранату в меня кинул? Да что ж вы эти бешеные-то, водители кранов тут... Не понял, кто меня убил. Кто меня убил?
убил. Шорти сохранился. Ну чем ты руководствовался, друг, чтобы... Как же так? Просто вот реально не понимаю, тут снайпер есть где? Где-то какой-то из контейнеров, по-моему, открывался. Могу я ошибаться, конечно, но... Мне казалось, есть такая тема здесь. Просто, по-моему, с беретой даже был. Такой позор. Так, кто нас убил? По-моему, слева там товарищи, да, были? Ой! Да как? Уже подняли, блин. Давайте поэкспериментируем немножечко. Вот здесь, по-моему, вот этот, да? I doubt it's a letter with a receipt. Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. Briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. Теперь у нас есть снайпер, так что хорошо, с одной стороны. С другой стороны, я не уверен, что мы тут с ним постреляем. Хотя... Хорош. Но сразу сейчас сбежаться люди должны сюда. Оп, оп, оп. Не попал. Мы переключились автоматически на Инграм зачем-то. Я что-то не понимаю. Вроде нам надо как-то пройти на ту сторону, по-моему, там... А, да-да-да-да-да, забыл уже совершенно.
столько винтов и тратить зря. А как же, ну я ж попадаю. Ой. Вот это я не понимаю совершенно. Когда настолько уровень сложности дикая, что просто не пробивает их вплотную. О, перезарядочка, это хорошо. Ой. Так, у этого, по-моему, либо обрез, либо... Да, обрез у него. Ты не учитываешь, что здесь специально сильно занизились? Ну, по-моему... Нет, на всех уровнях сложности они одинаково, по-моему, летят. Но то, что их сильно замедлили, то да, это как бы само собой. Что-то я вышел в группу. Как это он делает? Нет, ну как он это делает? А-ха-ха-ха! Нифига себе, это как далеко. Жесть. О боже. Так, кидает гранату. Даже не кинул почему-то. Все пока по учебнику. Вот как? Почему сейчас они с первого раза улетают? Я не понимаю немножко логики. То есть вплотную хрена, вот на расстоянии нормал. Вот сейчас вот как это получилось? Объясните, пожалуйста. То есть что-то тут не так явно, на мой взгляд. Скромный. Следующий. Максимальная. Вдруг не успевает вблизи разогнаться. Да, как вариант. Ну, это единственное, по крайней мере, объяснение, которое можно придумать в этой игре. Сейчас этого товарища... Опа, про тебя я забыл.
охране здесь еще. Два сейва, блин, осталось. Может, ты ничего не поделаешь. В смысле, Зероэль? Обоснуйте, пожалуйста. Что я делаю так, что заставляет вас назвать меня подобным словом? Ты еще не видел, как я из комнаты вышел, дико. Это у нас какая глава уже? Перекат обузишь. Посмотри обязательно в записи, как там... в середине, короче, когда мы из отеля Люпина выходили с одной битой только. Вот это был как бы так называемый skill и no luck. Потому что мы сделали все супер-мега здорово. Так, ну я думаю, на сегодня мы закончим. Потому что все-таки рабочая неделя. Я еще времени не буду сидеть по вечерам. Надо еще делами заняться. Быстренько. Поэтому здесь сохранюсь. И мы продолжим с вами, возможно, через день. То есть вы, главное, не забывайте плюсовать запись, чтобы я понимал, что действительно стоит идти дальше. Ну, возможно, там стоит свое какое-то предложение заявить по тому, что можно в следующий раз забабахать. Вообще у нас майские праздники на... как бы... на неделе уже будет. Возможно, мы с Майкером, с Бойничем что-нибудь придумаем. В кооп сгоняем какой-нибудь прикольный. Так что ждите обязательно. Все, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Счастливо!